Сантьяго Бернабео – домашний стадион мадридского Реала, одна из самых знаменитых арен Европы. Вместе с командой Академии «Динамо Брест» отправляемся знакомиться с этим потрясающим местом. Конкретно одного игрока, но здесь только вы найдете те, которые имеют самые лучшие рекорды и самые лучшие... Очень много людей каждый день трогают, думают долго. Вот здесь вы можете найти статистику. Владимир, в чем магия этого места? Что особенного в Сантьяго Бернабео? Сантьяго Бернабео – это стадион мадридского Реала, официально признанный лучшей командой 20 века. За последние 5 лет они выиграли 4 титула Лиги чемпионов. Поэтому, безусловно, мы хотели свозить сюда ребят, чтобы они увидели изнутри, что такое Сантьяго Бернабео, чтобы увидели трофеи, чтобы у них появилось стремление добиваться большего, двигаться к этому. Потому что, как все мы видели, у ребят горят глаза от каждого титула, который они видят. И привести в это магическое место, как вы называете сами болельщики Реала, конечно, очень хотелось. Нельзя.
Пицца. О, самолетик. Матч выдался тяжелый. На руки садись, на руки садись. Повезло, то что хороший. Тебя на камеру снимают. Всю страну покажут. Не, он говорит, это вся. Я везде. Где нет? За твои деньги. Берешь? Сколько? Нету таких денег. Субтитры сделал DimaTorzok.